Привет, пират! В этом видео я расскажу о странной записке, оставленной на разрушенном форпосте «Золотые пески». Приплыв на разрушенный форпост «Золотые пески», мы обнаружим странную записку у входа в Орден Душ. Далее отправляемся на соседний остров Приют Странников и бежим в спрятанную пещеру в середине острова. Внутри мы увидим кем-то написанный новый пиратский кодекс, посвященный поклонению капитану «Пылающее сердце». И увидим такую же записку, как на «Золотых песках». Открыв проход за дверь, мы увидим дневник с символом, как на записке, который относится к одному из прошлых сезонов «Море воров» под названием «Сердце огня», из которого мы можем предположить, что записка на «Золотых песках» оставлена Вандой, появление которой анонсировано в следующем обновлении, и это ее символ. Из дневника мы узнаем, что Ванда вынуждена притворяться хорошей, хотя сильно влюблена в капитана «Пылающее сердце» и желает править вместе с ним, стать его королевой. Глубину ее верности главному врагу, Море воров, можно понять по огромному алтарю поклонения Пылающему сердце, глубине логова Ванды. И становится ясно, что в новых событиях будет замешана именно она. Я постарался кратко объяснить, что это за странная записка на форпосте «Золотые пески», и надеюсь, вы поделитесь своими догадками и теориями, что же задумала Ванда, и с какой целью она решила помогать легендарным пиратам, как было показано в анонсе последующих обновлений игры. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и удачного плавания!